офигеть. Ланг, Серхио, Енер, все свои. Мы как будто в пати играем, я не знаю, эти ребята. Я, короче, как я понимаю, из-за того, что мы обмениваемся лайками после игры, нас кидают друг другу. Ну, чё, здорово, здорово. Я, ну, на тролле. В мид он, ну, так себе очень. Очень так себе играл в мид. Но ты хочешь фармить, твой керри хочет фармить. Сегодня керри день, значит, правильно? Акс, 8,5% в минус мне. Акс, кстати, и вот этого контрит тоже. Ратик на ласпик приятно довольно. Но с контролем у нас беда. Типа... Бра. Ловить-то кто будет? Кто будет ловить и как это будет происходить? Вопрос. Вопрос без ответа, ребята. Как будто через глитнир, да, надо играть, ребят, хотя не хочется очень сильно. Наверное, придется. Потому что у нас вообще нет станов. Я вообще ноль урона, ноль контроля. Глитнир просто такой занерфленный. Такой сильно-сильно занерфленный, ребята. Ну, наверное, придется, да. Друзья, запустил новый розыгрыш специально для вас. Это суперприз в виде молота на Вайдау. Даже у меня такого нету. Стоит 25 тысяч рублей, чтобы купол красивый был. 20 аркан, 200 тысяч фрибетов. Все, что нужно сделать для этого, перейти по ссылочке в описании, либо QR-код у вас на экране. И, собственно, зафоловиться на TravoBet, нажать кнопку «Улучшаем комьюнити». А чтобы точно улучшать комьюнити, не забывайте быть добрыми и вежливыми. Участвуйте. Травыч, все о бабках. Ребят, ну, смотрите, мне типа по кайфу и интересно просто играть в доту, понимаешь? А человек предлагает мне как-то, ну, нестандартно сыграть в доту, там, поддаться кому-то, что-то еще сделать, затянуть игру. Типа, это же не классический геймплей. Должен быть повод так играть. Вот, позаблочил. Я видел, я видел. Нереально по кайфу было. Красавчик. Я еще щиток дам, бейся, бейся. Ну, не убьем, скорее всего, ну пофиг. Эту руну наши возьмут. Битва начинается. Хорошо. Топорик надо докупить будет. Не даст мне жить на Фурионе. Поехали. А ты на пятерке? На Бадоне? Да, я на пятерочке. Бля... Ну ладно, я пошел. Ну я потенциально могу на 4, если тебе прям падлу. А пойди к нему на блисопаке. Мы тут разъебем. Окей. Я просто на посмотрел. Хотя, бля, ты скидываешь эту хуйню. Давай, ладно, давай я пойду к блису. Давай, давай. Уровень нужен, но как будто тяжело с ними стоять все равно довольно. Я должен брать вот эту штуку на первом уровне. Ну, на первом. Я вкачиваю. Я потому что защита контроля нету. Давай. Не стики нужны очень сильно. Не бы это так спульчку. Да, я отвожу. Чё, отводить на их пачку? Не-не-не, хорошо стоим.
И что-то вообще не прокает вот это замедление какое-то на противников. Хотя вроде должно. Лотус сейчас будет, но не возьмем. А, не успели. Динай. Иди, динай дабл крипчика. Динай опять. Опять динай, опять ласхит. Опять динай. Я думаю, там будет закрывать. Играем идеально, ребят. Чувствуете, да? Геймплей. Как будто не убиваем. Не-не-не. Брат, ты где? Да ё-моё, я ж понял, бегом. Nope. Капельки не хватило. Да блин, я же говорил, что... Качал крипов? Не-не-не. Ну они под вышкой умирали просто. Мне кажется, не надо было бежать так. Они уже умирали, я уже не успел вернуться. А вторая пачка вот здесь встречалась. Ну короче, я вроде говорил не-не-не, так что сорян. Давай поагрессивнее чуть, потому что на дистанции мы не сможем убивать Акс. Если мы сейчас не будем этого делать, мы потом не сможем. Вот фигово так, очень, так. Ребята, должен был умирать на Аксе. Очень фигово. А чё, мы не выпуливаем, что ли? А. Выпуливаем. Далеко, далеко, далеко. Правильно. Или можем? Есть щит? Только появился, скинул. Хватило ему. А, нормально, кстати. Там Зевс забил морфа. Зевса все одной кнопкой. Уфры, вот это сейчас то, что демеджа так много залетает, это, конечно, я душно. Не, вот так надо закупаться, скорее всего. Хотя это занерфено сейчас. Сорянчик, умер чуть-чуть. Принести с базы. Давай. Привет, Тимур. Тебе взломали аккаунт, сменили ник, а ты повернул это в свою пользу. Ты лучший. Не на ту кнопку вот уж. Печально. Спасибо, Ярослав, спасибо за 200 большое. Делаем, делаем. Всякие черти нам это самое, правильно? Не мешали. Поделаешь лучше стаки, наверное. Линия очень хорошо шла, ребят, но потом, когда вот это вот зажим произошел, когда они побежали за Аксом и не добили его, к сожалению, мы потеряли опцию ее доминировать жестко. Или это просто ровная линия?
Или это просто обычная линия? Да, он быстрый, кстати. Да я на фазах его не могу догнать. Я бегу, но вряд ли тебя спасу уже там. Попа в топ идет аккуратно. Вашу нижнюю башню атакуют. Щидаш? Домой. Домой легких. Очень хотелось там сыграть вот, вот этот агрессивный плей. Против ульты Акса, против ульты Фуриона, но очень хотел. Я чувствовал, что могу. Я люблю агрессивно играть, понимаете? Я не люблю, когда вот, ну, типа, зажим какой-то, вот это ультрастабильный. В чем прикол? Типа, я зашел поиграть. Почему я не должен сейчас играть? Че у меня на кону стоит? 50 ММР вообще по барабану. Ну, а ЗК сейчас будет чувствовать. Ну, я пойду быкану, раздам стиле. Вот, вот, вот это классно. Вот это приносит удовольствие. Ищу что-нибудь, друг. Ты не мой друг, бычара. Чё ты сказал? Ты отлично слышал, что я сказал, бык. Вот это кайф. А я без этого закачаю, без аганина. Закачаешь, закачаешь. Я тебе могу помочь быстрее. А, подумай, что здесь, кстати. Что бы я хотел? Вообще, мне вот это нравится, на самом деле, больше всего. Поднять монопул. Ух. Здесь надо участвовать. Фигово чё. Этот даже стиги не нажал просто. Вау. Но когда они все умирают на стаках, я обязан лететь. Потому что это шанс набодраться. Даже без Акса они там были, получается, вчетвером. Я тебя спасу, Зевс. Неприятно, неприятно. Вашу нижнюю башню атакуют. Противники лучше двигаются. Потому что они стайки все забрали, это вообще финиш. Акс вышку под шумок забирает. И даже ничего не смогли этому противопоставить, скажи, да? В итоге мы еще и две вышки потеряли подряд. За этот мув. Ультракил для КВП это очень точно. На меня вышли, я думаю, на самом деле. Я бы на меня вышел. Вопрос, куда уходить? Типа сверху нечего фармить, там линия не открыта.
Нет, пошли в двойку. Фура летит. И слоп купается. Не все это время, ребят, хватит там тусить. Акс играет соло. Выйдите, убейте его. Вы слабее, чем они, у них слишком много. Не надо пытаться биться в стенку. Давайте тех, кого можно убить. Другое дело, как цеплять, да, скажи? Ну, вот этим я займусь сейчас. Вот просто представьте себе сценарий, когда у меня аппарат, Абадон и Зевс цепляют противника. Вы представляете себе, как это происходит? Ну, типа, в каком порядке? Должны развиваться события. Нету способа, да, наказать противника никакого. Ладно, пока я не куплю Глипнир, у нас 0 станов, ребят. Так что просто я пошел качать. Вы тоже никого не можете нацепить на самом деле. Рикошет. Ага, прочитан. Блин, они же легкие на противниках. Как у меня так ребята отлетают? То есть хотя бы забрали. Если нельзя цеплять никак, попытайтесь вот это открыть. Просто давите в ту сторону все, да. Я без портала, кстати, здесь. Ну там, наверное, никак. Ого-го. Попробуем. Ладно. И глифчик еще сверху. Нормалек. Вы чувствуете скилл? Вы все чувствуете скилл, который здесь происходит? Я задоджил все просто. Ук, блинк, кол. Нажал глиф, чтобы он пошел, помог нам размотать противников перефиженных. Зевс регентом лежит. Вы чувствуете скилл? Но, к сожалению, перефарм я законтрить пока не могу. Был бы глипнир, все равно бы умер, наверное. Мне надо что-то типа ульты для такого. Блин, ёжику еще так далеко до Аганима. Ну, Пуджа должны забирать, кстати. Лол. Ну-ка, давай сюда. Я пойду в топе играть. Кстати, это наш. В целом нормально, по саппорта погибло, даже не все вместе там полегли. Так, у нас появился хоть какой-то контроль. Че, ребята, есть контроль? У меня нет ТП, заберите его. Гово, что ешь, это выбор. А, нормально. Да. Давай, забирай, забирай. Давай, давай. Там просто все ФК были, я и это. Вот это мне нравится. Аккуратно пуш ханс идет. Мне какой-то скади надо покупать, что ли? Ребята, глипнир есть, уже можем драться как-то.
Урон растет, но я бы саты брал. Ну, у меня еще смог есть. Я бегу, у меня огонь. Давайте пытаться топ открыть. Давай. ПКБ или Саша Яша? Как будто Саша Яша нужна, да? Папа идет. Пусть прыгает. Без морфа. Надо убивать. Все, я разлетелся, ребят. Папу. Оп, Абадон. Давай сюда! Абыч зарешал, Абыч! Хорош. Делаем. Хорошо. Она этим перцем. Минус 5, ёб, как делаем? Арашана, быстренько сейчас прям. Бегом. Или нет? Давай, не, наверное, делаем, нет. Делаем. Ладно, нас Акс дернет. Сносим вышку. Не, вышку сносим. Я без ульты. Глипнир видели? Он сейчас отсюда прыгнет на Аксе. Я бы сдолбил бы его, у меня же огонь. Распределяемся. Вышку открыли, хорошо. Снизу можем под Рошана готовиться потихоньку. Давай. Я там вижен поставлю. Красивый гейминг, нереально, ребята. Что мы показываем с пацанами, это просто жесть. Каде, наверное, придется, действительно, мне некому это собирать. В идеале без Каде обойтись. Потому что не дает урона, не дает выживаемости нормально, сатаник дает гораздо больше. Так, я с тэпкой, правильно? Поехали. Здорово, а это где? Жалко топорик не во что пересобрать. Чтоб кайфово было прям. Не успел. Фура взял руну инвиза аккуратно. Кому шарте выбил? Аппарату? Нормально. Отхилишь. Там меня не забирают, главное, уже хорошо. Аккуратнее, аппаратами тут. Папа здесь, на тебя идет Зевс. Может, не успею подсейвить. Че, какая-то драка, если будет, пойдем. В принципе, нам это неплохо. Я готов. Да. Тут вард у них не видно было. Не нужно закупать какие-то предметы, которые принципиально меняют расклад боя. Там всякие сальницы и так далее, мы считаем, что нам снимет. Силы света укрепили свои. Пуч здесь стоит. О, привет! Глипнир КД, можем просто на Рошана бежать теперь. Ну, я сниму вард сейчас. Good. Good.
танкуйте, если я стану стою, я меч урона наношу. Можем вышку забрать, я первый пойду. Просто не поставьте себе под акс. За Глепнир не убьем. А там, блин, руна. Не, на руну пофигу. Если это не иллюзия. Они все тут аккуратно. Если подцепите морфа что-нибудь, я дам ульт. Вашу верхнюю башню атакуют. Ломай меня полностью. Я хочу, чтоб ты ломал меня. И стойте под акса только все. Фурион, есть что-то? Ай. Здесь цеплять нечего. Цеплять, если нечем, мне надо лететь первым. Да, да. Да я и не думал то, что вы тут цепляете. Честно сказать. Зафармим. Вашу центральную башню атакуют. Миди надо один открыть теперь, ребята. Следующая цель. Шепсто в топ пиздец. Я могу забрать лазер. Все, я беру блик лопатом. Вот так вот сделаем, ребята. Нужны радикальные движения. Хорошая драка. Поехали дальше. Вот теперь точно вот так вот собираем. Может, морфа убьем? Что случилось, дружище? У меня когда ульты? Морф. Не могу без топорика играть. Никак. Невозможно играть без топорика. Я к вам бегу, я далеко. Типа это был фул мой, но этого не хватило. Они все встают, ребят. Просто не могу играть без топорика в этого героя. Не, ну ладно, пока у меня Эгис занимает. Хотя бы. Можем по боту пройтись. Они забирали торментера своего? Нет. По боту и торментера. Давай. Став еще у него на куре, ничего себе. Надо варба. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Вот торментер. Надо выходить. Выходите, я умру за вас. От души, брат. Чтобы купить. Блин, реально что ли скади брать? Да? Думаю. Думаю. Не хочется скади, ребята. Наверное, придется. Я просто хочу сесть на морфа и понимать, что он умрет, как бы, да? Пока такого понимания нету.
Шана мы забирали у них. Дерзателя созрели забрать, ну, ребята. Вардик, проверь, тот пуш ходил. Да-да, на боте. Ладно, я обязан брать вот так. У нас нету станов. Если я это не возьму, ну типа никто это не возьмет. Взять вот так и потом выйти в Абиссал, как бы. Успел подхилить. Зевс, у тебя есть ульта? Надо будет утонуть, он, наверное, в инвиз уйдет. Хорош. Он купил инвиз, понимаете? И в итоге я должен носить и топорик, и детекшн. Да ну его нафиг. Буду просить Зевса ультовать, и все. Морф летит. А, летит морф. А, за морфом пошел. Хорошо, хорошо, я захожу к себе на спину. Убить, убить. Пять секунд, когда вот ты. Нормально. Гость несем. Под Акса не вставай. Не вставай рядом со мной, под Акса. Или давайте топ, давайте топ, топ 2. Топ, 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 да. На фигурант мы не идем. Там близко, близко грибы, можем, можем забрать. Тут жанит 50 секунд. Ой-ой-ой, ну ты чё, Бриз? Всё нормально. Ну мы же сказали топ. Идёт дальше. Не. Давайте топ тут забираем. А, хотя уже, блядь. Ладно. Надо бот отдефать кому-то. Сейчас там пень появится и снесет. На самом деле мы могли сломать сторону. Ну кто знает. Это Макс. Но уже точно не может. Аккуратно ты один. Да, 38. А, он с огонем на Зевсе, хорошо. Вот понимаете, если бы у меня был топорик, ну, встроенный, типа, в БФ, например. Мы бы вообще разваливали. Ну, Глитмир — это шмотка, которая здесь игру выигрывает. Без нее, ну, никак. Вот стой. We can go. Трое в боте. Попробую выйти. Готов поставить нимбус на этом? ТП, ТП, ТП жмут, смотри, деремся, нет? Я вообще далеко, я очень далеко. Я далеко. Выходи. У тебя полетело, надо. Меня пуш с морфом убили. Бегу как могу. Я вышел. А, все, там выживает, походу. Выйти, выйти, Зевс, выйти. Скилл. Ты пау. Зевса отдаем, Зевса отдаем. Рил морф, рил морф. Хана ему, хана, ребят. Все, не выйдет один уже. Тут. До свидания. Хорошо. Сатаник нужен, ребята, next. Поехали. А, под Рошан, ребята, Рошан уже готов скоро будет. Пушка упала от Фуриона. Неприятно. Фура байнулась, приятно. Давай, иду. У меня лотус будет, я неубиваемый, по сути, под водой. Соляра нереальнейшая, ребят, происходит. Просто нереальнейшая. Но он еще, наверное, не возродился там. Я не помню, минималки вроде даже не было. Башню атакуют.
Аня. Прочекай вот здесь. Идут, 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 идут. Там. Вот только он мог забрать у меня эйс. Там уже дисмораль полная. Там да. Тильт, ребята, там тильт. Ноль станов мы выигрываем. Понимаете, как я двигаюсь? Моментально, просто я скан, нажимаю, вижу, что там есть противник, сразу же пошел, убил и пошел добил Рошана. Никаких промедлений. Только по объективам, только четко максимально работаю. Мне нужен сатаник, чтобы я мог убивать Акса, не нажимая ульту. Что делать со слотами после этого, я не знаю, если честно. Я в морфа двигаюсь. Можешь на аппарате смотреть сюда, кстати. И на Зевсе Нимбус надо будет поставить. Пытается скипать. Нимбус, 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 Нимбус. Чел, ты где? Че с ним не так-то? Да, давай дальше. Мы не можем дальше, нас сплитят, ребята, так нельзя. Нам надо ловить. Но у нас меду брать крипы. Аккуратно, Бристл, сейчас умрешь соло. Сатаник вместо чего? Вместо вот этого? Зевс, ты тут? Зюс. Need Nimbus to help with Furion, you know? Что нам делать у нас? Надо растолкать линии. Надо выходить уже. Метр три же, да, нейтралка? Ну. Вот теперь можем заходить спокойно. Давай, давай, я лечу уже. Они не знают, что я лечу. Попу сразу забуриваюсь. Я бегу, Бристл, по хилю. А путь же сожрал тупо. Хорошим еще бот забрать надо. Гоу, гоу, гоу. Марфа нет 50 секунд целых, ой-ой-ой. Секундин парфа, давайте что-то сделаем, что-то уберем в сторону. Нормально, там спейс происходит. Морф цинвиза сейчас зайдет в тебя. Если я в него не зайду первый. Морбайт. Ай-яй-яй. От хука спасете? Нет. Все, надо выходить тогда. Ребята. На Бристлбайке мог вперед встать.
Ну, морф бай, акс бай. В принципе, два бая пойдет, ребят. Они много отдали. Морф зашел в сильвер и вышел из него. Я вообще кастульт. Слушайте, вообще я тоже могу байнуться, если что. А, ты успел умереть? Нет. Тогда не надо. Шарп надо купить. Но они не да? должны дойти до вас. Или выбить. Бай 730. Подержим пока. Эй. Эй. Ну, видите, без топорика. Вот это меня, конечно, вообще угнетает момент, я вам честно скажу. Без топорика против Фуриона. У них пушится, кто-то пойдет дев сейчас. Нам нужны форсики, ребята, против фуры. У меня нет слота уже для топорика. На Зевсе надо форсик на Абадоне. Было близко. Но не умрет, я думаю. Ну, связка прикольная, да? Аппарат там здесь, туда-сюда. Он на базу улетел. На Зевсе рефреш, наверное, вот на Абадоне, да, нужен форсик. Всё, надо искать, ребята. Блин, ну мне одинаково до форса и до хикса. Чё лучше? У меня есть форсик, но я просто далеко стою от вас. Но с Абадон с Аганимом мы можем вообще в лобовую прям идти, все. Нейтралки надо убить. Мы здесь, мы стоим сзади и типа нас вырезают, если прыгает назад, мод. И Т2 в топе надо забрать. И под Рошана. Т2 в топе, Рошан. Вот так. Что здесь? Ниндзигир. Опа! Все, хана тебе, Фурионыч. Пушмотку нашел. Под Рошана. Рошан 25 секунд минималка. Убейте крипов. Это ловушка! Они все здесь, они все здесь. Бегу, лотус. И ничего не прокнуло за два удара. Нормально. Мне, короче, настолько непривычно за тролле на 25-м, что я все время жму ульту до того, как типа меня пуш ультанет. Хотя надо наоборот. Я ж диспелю. Иллюзия копы. Хорошо, чекаем просто. Капец, у них ловушка, да, была в боте? Давай, да, он мог уже встать. Лови Фурион. Он сейчас скипать будет. Че, есть? Нет. Да. Вижу, бегу. Вот эту пачку скорее всего скипать будет. Бегу мне. Мадочка еще. Детекшн.
Так что на них повсюду там, да, я смотрю. Капец, забайтили нас на актив, на этот. Руну вообще могу байнуться в теории. Все, попробуйте уйти. Надо бежать просто на ежике, но он умрет это. Да. Нейтралка не работает в ульте, ребята, я не могу. Если я ультанул, и он после этого меня закрывает, я ничего не могу сделать. Понимаешь, какая история? Ты видишь, какие у меня огромные яйца? Дев, ты с ультой? Нимбус есть, нимбус есть. Давай, пора. Хорошо. Хорошо, хорош. Морфан ваза пошел, да, заберем. Морфан траволах сейчас пролетит мид, я так понимаю. Ну пофигу, можем рискнуть стороной, в принципе. Брат, если бы ты ТП нажал, было бы пободрее, как будто. Но мы должны были это делать. По-другому никак. И даже почти хватило, я бы сказал. Но аппарат промазал ультой. Он не попал ультой по морфлингу. И все на этом. Если бы я убил морфа, дальше бы всех остальных тоже разорвали бы. Я решил думаю. Зайти глянуть стрим перед свиданием. Всего наилучшего. Так, спасибо, Антон. Ну, все правильно, любой крепкий уважающийся мужчина смотрит мои стримы перед свиданием. Тут по факту. Ёпарас это. У него 0 эскейпов, я не знаю, он, видите, какой-то купон собирал. Спасибо за 200, спасибо за трек. И упорка до этого тоже 2 сотки скинул. Вот твой трек поставил, погнали. Силы света укрепили свои сооружения. Меня бесконечно душит Фурион, первый скилл. Я ничего с этим не могу сделать, понимаете? Это не контрится. Мне МКБ надо купить против Морфа. А от Фуриона мне надо, чтобы у меня форсы были в команде. Но у нас только один форсик. Ну, вот это типа работает, да, но не всегда. Алла. Южик с баем. Парни, тяните время просто. А мне надо сейчас всех убить. Там Аега еще аккуратно. 21 секунда до меня. Поживите до наших челов. О, нормалек. Отлично, отлично, цеплять. Морф, морф, морф. Фигово, что он вышел, конечно, ничего не скажешь. Лучше без бая. Миссы душат. По-моему, заканчиваем, если там бая нет. Такой-то... Пойдем, пойдем заканчивать. Возьмешь вот этот аванпост? Давай. Надо МКБ убрать, ребята. Я прилечу. Все должны пролететь, надеюсь, все тоже. Да-да-да. И в бот сразу. Почему они встают, мы не можем в трон. Надо снести сторону и выйти. Могли бы зафорсить на бай.
Там некого форсить. Пуч без боя. Они без пуджа ничего не делают по ощущениям. Я не согласен. Они к вапу сейчас идут. Можно в сторону сести и подвыйти даже вообще. Ну не в сторону, а вышку точнее. Ты стоишь под Акса? Да, я вижу. Аксу сбили, прыжок. Корпус, что-то. Байнулись, ребята. Пора, ну, добить. Выйти, аккуратно, дисциплинированно. Убить. Не, выйти. Ребята. Зачем он дробит? Попа под глипниром. Я фиксе. Хорошо. Дальше, да? Парни, тут пуш сопрён. Там баем. Фелк? Марфа, без перекачки. Го, там без хука пул. Парни, топ. Я без ульты. Топ теряем. Топ сдефайте, парни. У нас барак. Мегасов не будет все равно. Детекшн, Зевс, сюда. Вообще, похуй. Зев. Куда он делся? Тут был. Нормально. Мегасов мы сделали, они нам нет. Все. Чилируем, выравниваем линии, расставляем вижу. Как закупиться? Я не знаю, ребят. Сложно. Сашу Яшу надо продавать как будто. Не все шмотки нужны. Там хиксы уже появляются. Но без МКБ не вариант. Ну они там все без баев. И Саша Яши вариант. Можно будет попозже выйти. Вот, ну сейчас с Рошанчика дождемся. Пойдем. Но Рошанчик еще 3 минуты давай, минимум. Там нету морфа. Они все равно без баев будут. Все, тролль заберем, Торментор. Давай. Пойдем. Не, без фейзов никак, ребята. Я не буду этот. На Зевсе на нашем мобильном. Не, блинк на какой-то, если поменять, это одно. Если без всего, то никак. Так, и следующий трек там играет. Вардов надо расставить. В нестандартных местах. И Фурион обычно ныкается там туда-сюда. Их не видно, они не нарошанили сами. А как могут быть толпы? Так еще рошана нет, еще полторы минуты минималка. Ну, окей. Зевс, ты готов посвятить мне его? Хорошо, ребята, домой. Хорошо. Он без он бая. Нет? Стакаемся в пятером и заканчиваем. Го, заканчиваем. Вот так надо, ребята, вот так, понимаете? Просто взял инициативу в свои руки и нагнул этого перца на морфе. Ты где, Бристол? Надо стакаться. Я захватываю, чтобы это... Как будто в трон можем просто, нет? Или нам хотите дефт? Не, в трон. Да, у нас все линии запущены, может это было не летит. Я захватил это. Блин, зря травочку летел. Сюда есть что? Чуть это. Нету. Да я думал, подцепим я сейчас. Парни, 80 секунд, но надо... My bad, но времени полно. Go. Да мы пойдем, сейчас закончим, пойдем. Да. Джа. Как же Фурыч там шпили, да? Фурионов. Супер, они пошли боковать, они решили, что я далеко. Я в квапу сразу. А, он далеко. Хорошо. Трон. Гоняйте за ним. Она все потратила. Ну, аганимчик зарешал там в колле. Да. Хорошо.
ГГ изи, ребята. Такая же катка невероятная просто. Все, спасибо за игру. Какие же сегодня сочнейшие просто катки, нереальнейшие. Давайте, парни, травочку пока. Молодцы, ребят, молодцы. Легкая. Красиво, красиво. Лучший игрок. А кто-то сомневался? Кто-то сомневался, кто будет лучшим игроком в этой игре? Блин, керри самая легкая позиция. Вот я, когда мне рандомится керри-герои, я вообще не проигрываю. Вообще. Ну, потому что, ну, все в твоих руках, я не знаю. Просто идешь соло, убиваешь керри-морфа без байбека и все. Сетапишь его. Ищешь, находишь. Молодцы ребята, противники. Тоже старались так держать. 71 тысяча урона. Какой там челлендж был? Больше 50 тысяч не видел? Вот 71 тысяча, пожалуйста. 24 тысячи по домикам. Все снесли, все отработали. И самое главное, что это ФП рандом. Потому что мне пофигу. У меня огромный скилл. Ребята что-то там ласпикают квапу, морфа во второй стадии. ФП рандом, тролль просто и пошел. И пошел 19-7-17. Потому что вот это скиллуха. Вот это жесткий процесс максимально.